А мы идем, а мы идем попить молочный коктейль. Да? Возьмем, не знаю, что возьмем. Что-нибудь возьмем. Марселя, Марселя, помаши ручкой, Марселя. Марсель не хочет смотреть. Вот как тут красиво, красиво. Теперь много, поэтому не снимаю. А вот что-то. Смотрите, сейчас я буду говорить без вот этого микрофона, а еще с микрофоном. Я, кстати, специально фокусирую, чтобы было слышно. Сейчас мы засунем, и я буду говорить с микрофоном. Давай, Марсель, сейчас засунем. Ты там идет? Слышно? Вы вот так, что ли? Слышно? Я сейчас говорю в микрофон. По-другому как-то слышно или нет? Посмотрите, в общем, послушать надо. Проверка, проверка. Все, давай, посмотрим. Хотели кое-что сделать здесь во Владе. И, в общем, там закрыто. Смотрите, как тут вид какой. Видите? Что за... Перчатку потеряла. О, какой вид. Там церковь. Там дальше Русь. Вот тут Русь туда, если ехать. Вот крыша какого-то здания. Соседнего. Это революционная улица. Машина проехала по революционной улице. Газелька. Кондиционер. Пойдемте дальше. Смотри. Автомат человеку. Вот. Вот коробка. Купили лупу, покажи. Коробка. Такая классная, с позолотой. Правда, в коробке не видно, потом покажем. Достанем. Видно же коробку. На коробке. Да, на коробке, да. Ты меня снимаешь? Пошли фотографироваться. Идентическую кока-колу. Обжора. Обжора. Пошли фотографироваться. А у меня... Ага. Хотель. Я уже фоткала. Вот, смотри. Слушай, а вручную, чтобы настроить? 65 тысяч вот здесь она настроила. 60 чего там тысячных? Ну, давай, я тебе нормально? А дай мне попробовать. Само настраивать не нужно. По-другому что-нибудь. На, попробуй. Держи. Крепко держи. Видите, здание такое. Здесь Амакс наверху. Хочу зарежу. Чего? Тарантино. Тарантино, да, вот тут вот надпись. Хотель, все в снегу. Дорогие друзья, мы снимаем репортаж прямо с момента съемок. Вот там вот общежитие, видите, это все вот общежитие. Тут общежитие, 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 общежитие. Пожалуйста, просто ничего не видно. Видно? Эх, там вот лошадка и сани, елочка стоит. Нет, тут ничего не видно. Ну, их жалко.
Ну, мы могли бы там проехать, но только придется как-то потом отъезжать. А это долго. Не получится у нас. Конец репортажа. Ой, вон там, смотри, там карета и лошадка. Вон, смотри. Вон карета и лошадка идет, скачет. Вот это мелкое пятно. Белое мелкое пятно, да. А там вот елка горит, и там это тоже карета с лошадкой. Вот это белое пятно. Да. Смотрите, это Парк Победы. Да, и Мошалейки. Вот, смотрите. Тут так светло, так красиво. Вернее, уже темно, но тут огонечки. Видите? Там огонь горит, смотрите, по правде. Он, бля, там не горел, сейчас светится вон. Что тут такое? Видите, вечный огонь. Что-то цветы надо приносить. Ну, там вот подсветочка такая. Видите? Мы в Парке Победы. Вон там музыка где-то играет. Да, что-то свистит вон оттуда. Да. Сейчас мы пойдем вон туда. Так, тут ступенька. Оп. Сейчас мы пойдем вон туда. Видите, там танки. Тут очень скользко. Вон, видите, лед прям, гололед, аккуратно. Вот оттуда вот мы идем. Вечного огня. Идем вот сюда вот. Танки здесь стоят. Сейчас посмотрим. Будем идти аккуратно. А то скользко. Очень-очень-очень. О, как красиво. Аллейка такая. Смотрите, здесь что нарисовано. Яркого Нового года 2018. Вот, вот здесь вот мы были сейчас. У-ху. Поснимали, пофотографировали. А теперь поедем дальше. Замерзли, руки все такие холодные. Но здесь еще нормально, а там, где воздушный шар был, и этот... Просто... Видно, видно, уже сумерки, мы поехали дальше. Смотрите сюда, давай, покажи. Может, крутая вот это просто... клавиатура. Вот. Вот это вот сними, просто вот эту надпись, и все. Надпись. И все поймут. Видите, крутая клавиатура, механическая. Какие там кнопки клевые, мы нажимаем, нажимаем, нажимаем. Они прям вообще так нажимаются, так стучат по-другому, звучат. Вообще классно. Мы в Омеге, в магазине, в Тольятти. Тут вообще такие крутые магазины открылись. В Тольятти это вообще очень... Марсель говорит, как в Тольятти, классно. Так, для жизни, да, комфортнее намного.